Теплынь такая на улице, все белым-бело. Погнали, новый день начинается. Машинку выгнали из гаража. Немножечко ледышек здесь поубираем. Видите, все тает, тепло. Что лед можно поубирать. Вот такие пряники меня провожают. Да, провожаете маму, да? Дымуська там сидит такая деловущая. Тепло, скажи, тепло, можно посидеть. Да, шизара. Дочь, дочек. Где мои зойки такие? Ты моя зойка такая. Дети попрыгушкина моя. Ой, да ладно, Шерханчик. Все, поехали на питомник. Покормим собак. Ну а дальше у нас по плану машину показать. В СТО завести, посмотреть нужно. Потому что мне не нравится, что в салоне иногда получается такой запах масла. Вот. И я хочу показать, что же это такое может быть. Коли я в этом не разбираюсь, поедем в СТО, покажем нашу Сузучку. Заходим. Нас встречают вот такие морды. Вот такие морды нас встречают. Ай, какие молодцы. Ай, какие молодцы. Так, давай только не ругаться. Сейчас Аза ругается и говорит, я встречаю первую маму. А вы стойте и ждите свое место. Я, говорит, встречаю маму, да, Азочка? Маму встречаю, да. Так, все, дайте я зайду. Все, не ругайся, не ругайся, Аза. Не ругайся, да, ты первая, ты, да. Все, не ругайтесь, не ругайтесь. Давайте немножко вас поснимаем. Так, кыш, кыш наверх все, быстро. А зайди, иди наверх. Иди, да, я тебя поснимаю. Иди. Вот молодец. Кыш. Вот они у меня. Ро, ну что ты ругаешься? Да что ругаешься? Так, эти сразу же играться. Аза воспитанием занимается. Так, Дана у нас с Лейлой. Сразу же играться, играться, валяться. Что такое, Роник? Ой-ой-ой, ворчун, ой, ворчун. Поиграй, Аза, поиграй. Не ворчи, поиграй. Сегодня тепло, минус 7. Все ее бесит, Азочка. Смешная такая. Хватит играться. Такие дылды выросли, а все, играетесь. Аза ворчит. Так, тихо. Ну-ка, не драться. Аза. Мои белые красавцы. Рон, Брина. Жася. Ну а дальше мы отправимся в СТО показать машину. Надо поднять, посмотреть. Говорит, что там что-то выдавило, какую-то прокладку. Посмотрим. Потеря, то есть, он ее выдавил. Сейчас подниму и, скорее всего, прокладку подломаю. Масло. Масло? Ну вот, что мне понаписали. В общем, нужно прокладочки, масло. Ну, в общем, ТО получилось мое, ТО. Вот. Единственное, что прокладочки дополнительно надо еще поменять. Просто выдавила в морозы прокладочки, так что будем менять. Автояпонец, автокореец. Вот здесь вот я беру запчасти.
потом иду туда за угол, где у меня СТО. В этом плане неудобно. Вот кто запчасти продает, они должны сами иметь свое СТО, чтобы уже к ним же и обращаться. В общем, классическая ситуация, когда в морозы ездишь, и даже несмотря на то, что ты заводишься в гараже, все равно в морозы же ездишь, и вот продавливает все прокладки. В общем, от того, что продавливает прокладки, мы будем сейчас менять полностью ТО, сделаю, поменяю все масло, все равно уже почти 9000 проездила, так что нормально, можно заменить сейчас все вместе. Вот, и все прокладочки задние. Машину в СТО, сказали, около часа уже делается, поэтому у меня сейчас есть время немножко посидеть, перекусить, зашла в кафе. Так что жду, время коротаем, можно потом перекусить, как раз обед. Ну все, машинка моя в строю снова, теперь можно снова на ней кататься. Так что сегодняшний день я посвятила ремонту машины. Опять посмотрим на красоты, просторы белоснежные. Сегодня очень тепло. Даже по машине видно, что грязная такая, потому что на дороге слякоть. -5 градусов Тюмени сегодня.